Во дворах 15-го округа станет светлее. Об этом жителям рассказали на встрече с депутатами на Сиреневом бульваре. Заявку на участие в городской программе развития внутриквартального освещения внесли муниципалы. Поводом послужили многочисленные обращения жителей, которые жаловались на темноту во дворах. Сейчас очень глобальный вопрос, это, конечно, по освещению. Я также сегодня озвучила, что есть городская программа, есть проект городской, в который вошли наши дворы, детские площадки, спортивные, территория школ, детских садов на освещение. Проект этот уже утвержден, и будет он реализовываться с 2016 года. Светильники установят на проспекте Художников, улице Руднева, проспекте Просвещения, улице Кустодиева и проспекте Культуры, всего у 13 зданий. Сейчас специалисты определяют, сколько именно приборов освещения требуется установить. Всего же за 4 года действия программы светлее должно стать в 16 кварталах выборгской стороны.